усыпите нашего хамелеона, он некрасивый. Вот с такой просьбой пришли к нам клиенты, представляете? Они хотели вот такого хамелеона, а вырос вот такой. Они держали его в тесном террариуме без ультрафиолета, не кормили кальцием, и он весь вот такой кривой получился. У него полностью искривлены все лапы, все кости, весь позвоночник, он не может ходить и только ползает. Жить он будет недолго, каждый имеет право на жизнь, и я не буду его цеплять, мне жалко.